приверженность безопасности. Если мы будем смотреть по шкале, да, от 0 до 100, что такое 0? Это у нас номинант на премию Дарвина. Слышали о такой? Даже видео где-то видели, да? Забавно, весело, хорошо, что не с нами. Не будет чисто там, где хоть один человек бросает мусор мимо урны. Также и с культурой безопасности. В своей защищенности мы можем быть уверены только если и наши коллеги рядом осознанно относятся к своему поведению и избегают рискованных действий. Именно к этому и призывает тренинг «Культура и приверженность безопасности». Его должны пройти все работники компании «Газпром Добыча Ямбург». Обучаться никогда не вредно, и любое обучение, оно полезно. И повышать свою квалификацию, в том числе в области культуры безопасности, это обязательно нужно каждому работнику, я считаю, и каждому гражданину вообще. Газопромысловое управление – самое многочисленное подразделение «Газпром Добыча Ямбург». Около 2000 его специалистов трудятся на промыслах ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и вахтовом поселке. Большинство заняты на непрерывном производстве и живут далеко от Ямбурга. Помочь организовать учебный процесс для этой категории работников вызвался профсоюз. Предоставил и оборудовал площадку для занятий, пригласил внутреннего тренера, создал все условия, чтобы участники тренинга могли, не отвлекаясь, погрузиться в обсуждение важной темы. Вначале немножко был скептицизм, недоверие, но буквально сейчас пару часов уже прошло. Более активно стали принимать участие, высказываться, дают вопросы. Причем вопросы не только в процессе тренинга, но и даже на перерывах успеваем отвечать. Сегодня помогают и представители первичной профсоюзной организации. У нас есть представители как от ГПУ, так и технические инспекторы первичной профсоюзной организации. Про блесковые мячи кто-то видел? Курс «Культура и приверженность безопасности» богат примерами. Случаями из жизни делятся сами работники. Большая база данных, фото и видеоматериалов собралась за время практики и у преподавателей. Наглядный пример всегда показательный. Одно дело, мы когда это все на словах, другое дело, когда это видишь, обсуждаешь. Более того, приводишь практические примеры, когда несоблюдение правил, например, привело к каким-то последствиям. Обычно у работников вырабатывается именно осознание, что личная безопасность начинается с них же самих. Рассказать об опасностях жизни, чтобы с другими такого не случилось. А учиться на собственных ошибках лучше в других ситуациях, например, на тренинге. Из карточек с отдельными фразами командам нужно было собрать определение культуры безопасности и приверженность безопасности. Приверженность безопасности – это способность и стремление, приводящее к осознанию личной ответственности, достигать своих целей и самоконтроля при выполнении работ, влияющих на безопасность. Процентов 40. Сейчас узнаем. Приверженность безопасности – способность и стремление достигать своих целей самым безопасным, защищенным образом или отказаться от достижения этих целей, если достигнуть их безопасно невозможно. Артур разъяснил ряд понятий, я даже их для себя выписал, потому что одно дело, когда есть общие нормы, правила, ты знаешь, что ты пришел на работу, должен их соблюдать. Другое дело то, что у тебя самого, то, что у тебя заложили родители, то, что заложил социум, твое отношение к этому, к тому, как ты ведешь свою деятельность. То есть одно дело на работе, другое дело, делаешь ли так всегда, то есть норма ли это для тебя. Это очень важно. И поставить свою личную приверженность, безопасность, оценить ее по данной шкале. Прошу. Во время занятий участники провели самооценку, насколько они дисциплинированы и привержены безопасности. Получившийся результат не только отражает нынешнее положение дел, но и мотивирует отдельных работников и весь коллектив общества стремиться к конечной цели – абсолютной безопасности и нулевому травматизму. Именно для этого и проводятся подобные тренинги. Нелли Хайрудинова, Денис Курдаков, Ямбург.